Дэниел Джейкобс, комментируя свою победу в битве за титул IBF с Сергеем Деревянченко, оценил вероятность реванша с Головкиным. «Снимаю шляпу перед Сергеем, я знал, что он достойный соперник, и что будет тяжело. Поэтому мне пришлось много поработать, я хочу боя с Канело, теперь у меня есть титул, так что давайте устроим это, я бы провел и реванш с Головкиным. Но он не чемпион, я же хочу драться с чемпионами», — приводит слова Джейкобса BoxingSkin.com.